Дорогие подписчики, мы рады приветствовать вас на канале Style News. Ставьте лайк и подписывайтесь. Приятного просмотра. Супруг певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов высказался о расставании с женой. Его слова передает портал Статит. Иванов подчеркнул, что не будет придавать огласке личные переживания, что-то рассказывать и выносить на показ не считаю нужным. Разрыв с Лолитой он назвал семейной историей двух людей из крови и плоти. Это не то событие, чтобы его освещать. Это внутренняя история. Нечем бравировать, подчеркнул он. 4 июля Лолита в соцсетях объявила, что рассталась с молодым мужем, поскольку супруги долгое время оставались равнодушными друг к другу. Она пожелала ему всего лучшего и заверила подписчиков, что уже не переживает из-за произошедшего. Иванов – пятый муж 55-летней Милявской. Они поженились в 2010 году. Благодарим вас за просмотр. Ставьте лайк и не забывайте подписаться, чтобы не пропустить самые свежие новости. До встречи!